Дикие скричеры. Ронан наносит ответный удар. Готов, Ноа? Поблажки не ждите, я вас точно одолею. Вперед! Ня! Ты сможешь! Поехали! Давай! Кувырок, трансформация, Джай-Хо! Кувырок, трансформация, Рябодактиль! Кувырок, трансформация, Бар-Бар! О! Ну что, начнем? Ты готов? Да, поехали! Вижу, вы работаете вместе! Но вам меня не победить! Спарк-Бак такой сильный! Он сдерживает Джей-Хока и Рябодактиля! Верно! Спарк-Бак очень крепкий! Никто не может состязаться с ним в силе! Рябодактиль, что это ты делаешь? Покажи ему! Легко сказать! Ты-то с ним не сражаешься! К сожалению, мы ему не ровня! Спарк-Бак гораздо сильнее нас! А, перестаньте! Не смейте сдаваться! Постарайтесь и задайте ему хорошенько! Ринго, Джей-Хок и Рябодактиль просто тренируются, а Спарк-Бак им помогает. Победа тут ни при чем. Я не могу просто так на это смотреть! Постой! Я иду! Эй, Ринго! Что ты делаешь? Рябодактиль, просто постарайся! Ну давай же! Ринго, слезь с него! Что они там делают? Не обращай внимания, главное это победа! В атаку, Спарк-Бак! Ясно! О, нет! О, нет! Если зайдем за эту линию, то проиграем! Мы не можем этого допустить! Мы должны победить! Мы обязаны победить! Ты мне не сдаешь! Мороженое! Самое вкусное мороженое! Налетайте, покупайте! Что? Мороженое? Ринго! Спасибо за покупку! Наслаждайтесь! Та-да! Смотрите, какое у меня мороженое! Мисс Энн, вам не стоит есть столько мороженого, вы можете заболеть. Ты не понимаешь, это потрясающие мороженые, им нужно спокойно наслаждаться. О, мисс Энн. Мне было страшно. Мы тренировались, а ты выкинул такое. О чем ты думал? Да не волнуйся так, это же просто тренировка. Значит, просто тренировка. Тогда почему ты так переживал? Эй! Почему ты такой липкий? Где ты был, Спарк-Бак? Пойду сполосну его. Ты не уйдешь! Опять она. Что на этот раз? Посмотри на это! О, это что, подарок? Большое спасибо! Что это ты делаешь? Было очень вкусно! Хватит воровать мою еду! Это не тебе! Уверена! Это ты ее украл в прошлый раз! Ну и где оно, а? А ну-ка отдавай! Отдавай, говорю! Это мое мороженое! Выплюнь, выплюнь, выплюнь немедленно! Это же просто мороженое! Чего ты так злишься? Потому что я просто обожаю мороженое! Эй, не надо ссориться! А ты молчи! К
Александр! Ну, я же не люблю мыться! Об этом надо было думать до того, как ты испачкался! Ты живой? Ты сегодня молодец. Спасибо, Ксандр. С вами очень весело тренироваться. Завтра тоже придешь? Конечно. Что скажешь, Спаркбак? Согласен? Куда он делся? А? Посмотри, он там. Добавьте, пожалуйста. О, нет, он опять. Мне в ту сторону. Что? Ты не с нами сегодня? Не волнуйся, я поставил палатку в лесу. Как в походе? Ха-ха, наверное, весело. Ну ладно, пока. Пока, до завтра. Ты что, шутишь? Зачем нам столько еды? Спаркбак всегда очень много ест. Чтобы его победить, нам нужно есть больше. Одно с другим никак не связано. У Спаркбага просто хороший аппетит. Если не хочешь, я съем твою порцию. Приятного аппетита мне. Тебе просто нужен был повод поесть. Ты наверняка тоже голодный. С ними было так весело. Ты со мной согласен, Спаркбак? Да! С ним здорово тренироваться. А? Что это? Я тоже слышал. Оно близко. Не похоже на человека или животное. Кто здесь? Но надо трансформироваться. Давай! Курок! Трансформация! Спаркба! Мы здесь не одни, но так темно, что ничего не видно. Нужно быть начеку. Эй, ты покажись! О, нет! Нет! Это очень странно. Почему Ноа опаздывает? Может, что-то случилось? М? А, это же то... Ты чего? Это мастер Ронан! Эй, ты как? Эй, что это ты делаешь? Эй, слезь с моего брата! Что это? О, я тебя не заметил. Ах ты! Ноа! Все хорошо, не волнуйся, Таксандр. Зачем ты это делаешь? Я же говорил, Зефир Сити принадлежит корпорации моей семьи, а значит, весь этот город мой. В том числе лес, где поставил палатку ваш дружок. Это все мое. Поосторожнее! О нет, Спаркбак! Не будь таким наивным, Ксандр. Я просто защищаю свою собственность. Этот неудачник получил урок, который не скоро забудет. Нельзя же так! С ним бесполезно разговаривать! Если он такой крутой, пусть докажет это на деле! О, и как же это доказать? Победив нас в поединке! Хм... Что смеешься? Я вообще-то не шучу. Ой,
бедняжки, вы даже не подозреваете, во что ввязались. Что? Может, вы и не знали, но мастер Ронан – первоклассный гонщик, который участвовал в скритчер-чемпионате. Только гонщики, у которых есть скритчер и диск улучшения, могут соревноваться на знаменитой воздушной арене. И только те, кто хорошо выступает на чемпионате, получают статус первоклассного гонщика. Если вы сами не поняли, мастер Ронан всего этого добился. Он может состязаться с гонщиками Зета и Биваком, лучшими первоклассными гонщиками. А вы всего лишь новички. Вам никогда не победить мастера Ронана. Ну и что? Нельзя сдаваться, не попытавшись. Нужно, чтобы он ответил за то, что сделал Сно. Вы не понимаете, что вас ждет. Хотите драться? Пожалуйста. Внимание, леди и джентльмены! Никуда не уходите, ведь начинаются дикие скричеры! Сегодня с нами замечательные гонщики Ксандер и его брат Ринго. Их противник – первоклассный гонщик, который еще не проиграл ни одного скричер-баттла – Ронан! Ронан! Сегодня путь ваших скричеров лежит через опасную зону стройки купола. Как вы могли догадаться, скричер, который первым доберется до финиша под куполом, победит! Если хоть один из ваших скричеров будет первым, ваша команда победит. Думаешь, что ты лучше нас? Ринго, успокойся уже. Готовы, гонщики? Дикие скричеры! Поехали! Вперед, Джейкоб! Так точно! Мы точно победим, Реводактиль! Бросай меня скорее! Нас ждет победа, Найтбайт. Да, сэр. Джейхок и Реводактиль лидируют. Отличное начало гонки. Мы идем впереди. А? Куда это он? Наверное, к финишу. Он возле арены. Нам тоже пора. А? А как, пешком? Ребята, вас подвести? Но! Он нас выдержит? Конечно! Он сильнее, чем кажется. У-ху! Как здорово! Я тоже с вами! Я хочу увидеть, как легко мастер Ронан вас победит! А ну слезь, это мое место! Помолчи, ты просто любитель! Хватит вам, перестаньте! Куда нам теперь, Ксандер? Поверните направо на развилке и через 500 метров налево. Чудно. А где сейчас наш противник? Странно, я нигде его не вижу. Смотрите, вон там! О нет, он уже их догоняет. Нам надо как-то от него оторваться. Стой, что это ты? Что это? Я понял, он срезает дорогу через здание. Ксандер, нам тоже надо попробовать. Нет, мы ничего не знаем об этом здании. И для нас это будет слишком рискованно, понимаешь? А, значит, вот что он придумал. Не верится, что он так сильно рискует. Нет, ты не прав. Он ничем не рискует. Ты разве не помнишь, что он сказал? Его семье принадлежит весь город. Он наверняка отлично знает дорогу. Хм, это просто нечестно! Чувствуете, какая между вами разница, любители? Да тише ты! Ты слишком шумная! Просто сдавайтесь! Вам не победить! Если на земле не победить, мы полетим! Джейхок, Реводактиль, приготовьтесь к трансформации! Вас понял! Вперед! Кувырок, трансформация, Джейхок! Теперь вперед! Летите на полной скорости! Как скажешь! Полетели туда!
Посмотрите! Джейхок и Риводактиль уже добрались до арены! Смогут ли эти два скричера первыми добраться до финиша? Очень странно, тут так темно. Джейхок, ты видишь, где финишная линия? Нет, я ничего не вижу. Надеюсь, это не ловушка. Как больно! Здесь опасно. Им надо трансформироваться. Что это? Кто из вас меня ударил? Это был не я. Я тоже тебя не трогал. Значит, это был ты. Я ничего не делал. Вы не можете сражаться в темноте? Было очень самоуверенно бросить мне вызов. Ронан, где ты прячешься? Вам не стоило и пытаться тягаться со мной. Пока вы в темноте, подумайте над своим поведением. Заходи, Найтбайт. Да, мастер Ронан, Найтбайт здесь. Лови скричер диск. Кувырок, трансформация, Найтбайт. Джейхок, что происходит? О, Риводактиль! Скажи мне, что такое, Джейхок? Откуда Найтбайт знает, где Риводактиль, а? Это его способность, он видит в темноте. Даже в кромешной тьме он найдет добычу. Эй, раз у тебя преимущество, почему ты не на финише? Но так гораздо интересней. И к вашему сведению, я только начинаю. Негодяй! Тебе так хорошо в темноте, да? Тогда, Риводактиль, вам надо выйти на свет и победить! Выйти на свет? Оу, я понял! Джейхоп, давай! Понял! Вперед! Я этого не ожидал. Я их недооценил. Ронан! Ты за это заплатишь! Ой, мастер Ронан, вы такой красивый! Я вас люблю! Ксандер, кинь мне диск улучшения. Давай покончим с этим. Не вопрос. Лови! Ты об этом пожалеешь. Ха! Ого, вы это видели так быстро? Эй, смотри, куда кидаешь свои диски. Твоя летучая крыса там. Не может быть! О! Кувырок, трансформация, Найтбайт! Джейхок, уходи оттуда! Лети, Риводактиль! Убегаете? А вы забавные. Проучи их, Найтбайт! Темная волна! Победитель! Ух ты! Первоклассный гонщик Ронан и его скричер Найтбайт победили Джейхока и Риводактиля! Ронан победил с огромным отрывом благодаря своему таланту. Он был лучшим во всем. Неужели мы проиграли? До боя на арене он сумел одолеть противника. Джейхок! Риводактиль! Что это ты делаешь? Хватит их топтать! Что? Мастер Ронан, что вы делаете? Вижу, вы воины света, но пришло время вам погрузиться во тьму. Достаточно, Ронан. Если на них будет хоть царапина, отвечать будешь мне! Неужели ты, Бивак? Боюсь, у диска усиления закончилась энергия. Не советую вам сражаться с ним сегодня. Понятно, доктор. Сегодня вам повезло. Мы еще встретимся.
Джей-Хок, ты в порядке? Нет, но скоро буду. Мне так жаль, Реводактиль. Прости меня, это все я виноват. Но не плачь, Ринго. Все будет хорошо. Ронан сражался нечестно. Мы его еще победим. Как это могло случиться? В следующей серии. Чтобы помочь Ксандру и Ринго, Бивак приводит их тренироваться на особую арену. Но появляется еще один диск усиления. Кто же получит его на этот раз? Смотрите в следующей серии! Переведено и озвучено компанией Трудабинг Студио по заказу телеканала Nickelodeon в 2018 году.